эта компания Дотера в Европе. Меня зовут Лариса Брехова, я являюсь wellness-консультантом компании Дотера. И с большим удовольствием расскажу сейчас про все предложения, промоушены. Тот, кто уже присоединился хотя бы месяц назад к компании Дотера, уже понял, что в этом месяце можно получить подарки, если встать на программу лояльного клиента. Что же мы получаем в этом месяце? Давайте посмотрим. Эфирное масло грейпфрута. Это новинка, его нет в продаже, потому что это белый грейпфрут. 5 мл белого грейпфрута, который можно получить совершенно бесплатно, если вы стоите на программе лояльного клиента и делаете заказ на 125 PV до 15 числа. Это аромат цитрусовый, свежий, фруктовый, слегка горьковатый. Что же мы будем делать? Мы можем его распылять, чтобы создать такую освежающую, бодрящую атмосферу. Мы знаем, что цитрусы являются сезонными антидепрессантами. Мы можем добавить каплю для того, чтобы вымыть свое лицо, средства для очищения лица. Можем добавить шампунь или на зубную щеточку, как здесь показано, чтобы усилить свойства шампуня, средства для умывания или зубной пасты. Мы можем растереть в ладошках и подышать. Подышать 30 секунд, примерно сделать несколько вдохов и выдохов, и вы почувствуете, что настроение замечательное, бодрость вернулась. Грейпфрут называют белым из-за светлого цвета кожуры, но по химическому составу и свойствам он похож на другие разновидности этого фрукта. Но тем не менее, аромат, конечно же, отличается. Хорошо, следующее предложение. Это только для тех, кто зарегистрировался хотя бы в прошлом месяце и создал корзину лояльного клиента. Далее. Далее у нас каждый месяц есть подарок для всех покупателей абсолютно. Даже если вы регистрируетесь только в этом месяце, вы можете купить с 10% скидкой. Цены показаны для Латвии с учетом 21%. Если вы живете в другой европейской стране, то добавьте тот налог, который есть в вашей стране. Так вот, для Латвии, для зарегистрированных клиентов цена на замечательное масло Магнолии 29,92, для розничных покупателей 39,89. Заказывать можно неограниченное количество. Если масло грейпфрута, то можно получить одно на аккаунт, то предложение с 10% скидкой вы можете приобрести для всех своих близких подарки на Новый год, на Рождество. Что же такое масло магнолия? Вот вы уже могли прочитать, что это масло, которое создает расслабляющую атмосферу. Основное химическое соединение – это линалол, а также как и в лаванде и в бергамоте. Именно поэтому этот цветок обладает такими расслабляющими свойствами, помогает справиться с тревогой, со стрессом. Замечательное средство по уходу за лицом. И вот этот роллер можно прямо в чистом виде наносить, потому что здесь уже разбавлено с кокосовым маслом, и использовать этот роллер для ухода за лицом. Утром и вечером на вымытое лицо, очищенное после снятия косметики. Если смешать магнолию, например, с бергамотом или иланг-илангом, это будет такой аромат очарования, такой собственный аромат. Можно также такой смесью, тоже эту смесь использовать по уходу за лицом. Поэтому, конечно, если у вас еще этого масла нет, обязательно попробуйте. Этот аромат можно использовать как индивидуальный парфюм, я уже сказала, наносить точки пульсации на запястье, подушками. Вот хорошо, какие же у нас есть предложения еще в этом месяце? Предложения, которые мне очень нравятся. Почему? Потому что это месяц для регистрации новеньких. Такое предложение, насколько я помню, было последний раз год назад. Скидка на регистрационный пакет. И что замечательно, на один из самых любимых, самых востребованных регистрационных пакетов. Также есть и другие пакеты. Давайте мы сейчас поговорим про этот пакет, который называется
Home Essential Kit. Ну, на русский можно перевести как эфирный дом. Давайте посмотрим, какие масла сюда входят. Смотрите, смесь дыхания, Air. Смесь, которая очень хорошо работает с бронхолегочной системой. Смесь, которую мы можем наносить в диффузоры. Смесь, которую можем вдыхать с ладошек. Смесь, которую можем принять в ванну. Смесь, которая помогает лучше вдохнуть, да, если у вас начинаются какие-то бронхолегочные заболевания. Наносите на ладошки и дышите. А капайте в любимые диффузоры, дышите, тем более с этим набором мы еще и приобретаем вот такой современный красивый диффузор из очень качественного пластика. На это тоже обращайте внимание. Это та ситуация, когда у меня были случаи, что люди регистрировались, а диффузор себе покупали где-то подешевле, через какое-то время говорили, что появился запах пластмассы. Вот здесь экономить нельзя. Смесь Air хорошо использовать перед сном, потому что хорошее дыхание способствует спокойному сну. Смесь можно наносить на стопы, если вы чувствуете тоже какие-то начала простудных заболеваний. Можно наносить деткам на стопы, на икры, на грудь, но тогда нужно разводить с фракционированным кокосовым маслом. В компании Дотера оно есть. Это легкое масло, которое не имеет запаха и очень хорошо впитывается. То есть это средняя фракция кокосового масла. Его нельзя использовать вовнутрь. Следующая смесь, про которую мы сегодня будем говорить чуть позже, довольно много, это смесь на страже. Это смесь, про которую люди иногда не знали ни эфирных масок, не будучи знакомы с компанией Дотера, но они уже знают эту смесь на страже. Эту смесь мы можем использовать всеми тремя способами, в отличие от первой смеси, которую мы использовали только первым способом ингаляционно и вторым способом наружно. Эту смесь мы можем использовать и вовнутрь. Различные способы использования, об этом мы, конечно, будем говорить на первой wellness-консультации после того, как вы зарегистрируетесь. Глубокая синева, вот эти 5 мл, эта смесь всегда в 5-миллилитровой бутылочке, в отличие от всех остальных в этих бутылочках, по 15 мл. 15 мл бутылочки – это до 300 капель в каждой бутылочке. 5 мл – это примерно 80 капель. Эта смесь достаточно дорогая, сюда входят масла, про которые мы тоже поговорим чуть позже. Смесь для пищеварения. Эту смесь тоже мы очень любим. Это такой домашний лекарь. Если что-то не то съели, если есть проблемы с пищеварением хронические, можно использовать на постоянной основе, можно использовать эпизодически, можно капать в напиток после еды, можно капнуть даже под язык, можно наносить на область печени, на область живота, разбавляя с маслом базовым, смесь, которую обязательно нужно иметь, потому что туда входят такие масла, которые вы знаете по отдельности. Это имбирь, фенхель. Ну, про эту смесь тогда, может быть, расскажу тоже в другой раз. Есть запись про этот набор на YouTube, можете прослушать, попросить ссылочку человека, который дал вам прослушать эту запись. Хорошо, следующее масло лимона. Но это масло знают абсолютно все, кто уже пользуется продукцией компании Дотера. С этого масла мы начинаем наше утро. Это масло мы капаем на дно стаканчика, заливаем хорошо теплой водой и выпиваем. Это масло, которое запускает процессы детокса. Д-лимонен – основное вещество, которое входит в эфирное масло лимона. Помню, что эфирное масло лимона – это не то же самое, что сок из лимона. Эфирное масло из цитрусовых получает из кожуры, поэтому совершенно другой химический состав. Масло лимона – прекрасный детоксикант. Его используем при уборке помещения. Им можно протереть кухонные поверхности. Поднимает настроение, очень хорошо смешивать с другими маслами. Поэтому масло лимона – масло, которое должно быть, и масло, которое мы заказываем постоянно, так же, как, например, масло лаванды. Масло лаванды, тоже его не знают. Даже если вы ничего не знаете про ароматерапию эфирных масел, про такие масла, как лаванда и чайное дерево, я думаю, что знают все. Так вот, эти масла, лаванда и чайное дерево, это одни из самых подделываемых, фальсифицируемых эфирных масел. Масло лаванды – прекрасный релаксант, антидепрессант. Масло, которое
замечательно использовать при уходе за лицом. Вы можете его добавлять в ваши любимые лосьоны. Имейте в виду, что все эфирные масла притягивают за собой не только хорошие, но и плохие, вредные ингредиенты. Поэтому однозначно проверьте составы всех средств личной гигиены, используйте только с безопасными составами, либо познакомьтесь с линией по уходу за лицом средствами личной гигиены компании Дотера. Мы про это как-то рассказываем в других наших вебинарах. То есть масло лаванды универсальное, это, конечно, средство противоожоговое, причем термические, солнечные ожоги, проверено неоднократно на себе самой и на своих близких. Масло чайного дерева – это карманный лекарь. Очень много способов использования, также противомикробное, противовоспалительное. Про него, опять же, есть рассказ на вебинаре про семейный набор. Так, мята перечная. Ну, первое, что приходит на ум, когда мы говорим про мяту перечную, это, конечно, свежесть мяты. Может быть, кто-то вспомнит мохито, а кто-то вспомнит чай с мятой. А так вот, эта свежесть всегда будет с вами. Неважно, есть ли у вас свежая мята и какой сезон на дворе. Может быть, это уже осень, зима. У вас всегда будет капелька мяты. Причем на чашку чая нужна даже не капля, а всего лишь макнуть зубочисточкой в чай. Вот, хотя, в принципе, совершенно смело могу из капли чая, мяты выпить. Капля мяты приравнивается к 28 чашкам мятного чая. Опять же вспоминаем, что здесь до 300 капель. Также мята – это средство, которое снимает спазмы. Спазмы разные – и головные боли, и мышечные боли. Мяту очень хорошо использовать до тренировок, после тренировок. Мяту хорошо использовать во время массажа. Мяты очень хорошо можно точно так же продышать, начинающееся какое-то простудное заболевание, горло, если вы чувствуете, что начинает болеть. Если начинает болеть голова, нанесите на седьмой шейный позвонок и вотрите это масло, вы сразу почувствуете облегчение. Мята с апельсином – удивительное состояние, которое поднимет настроение буквально через несколько вдохов. Это очень мало способов использования, остальные, конечно же, в той же презентации. Масло орегано, про масло орегано, природный антибиотик, будет рассказ чуть дальше. Масло ладана, масло, которое является маслом, про которое иногда говорят король масел. Удивительное масло, масло анти-эйдж, масло, которое знают со времен фараонов. В компании Дотера масло ладана состоит из четырех видов ладанных деревьев. Взяли лучшие химические составляющие и сделали удивительно мягкий аромат ладана. Масло ладана может выводить из затяжной депрессии, масло антиэйдж, уход за кожей. Вот, поэтому, конечно же, этот набор удивительный. С этим набором можно решать очень много разных задач и состояний. Это и плохое самочувствие, это уборка дома. Это, кстати, масло лимона очень хорошо замачивает зелень для снижения токсической нагрузки на наш организм и выведения нитратов и каких-то ненужных загрязнений. Вот, то есть посмотрите, что с этим набором мы можем решать. Вот, значит, так, пойдем дальше. Что же про этот набор? Вот цена. 10% скидки в ноябре на этот набор. Я когда-то просчитывала, что если бы мы клали каждое масло по отдельности, у нас подарок идет лаванда, лимон и масло диффузора. Вот если бы просто по отдельности в нашу корзину положили все эти масла. Сейчас стоимость на этот комплект 247,50. Опять же, это цена для Латвии с учетом 21%. Для незарегистрированных покупателей 330. 10% это очень здорово, это очень выгодно. Мои рекомендации. Этот набор должен быть у всех. У всех, кто думает о своей семье, о своем здоровье. Масла удивительные, про качество масел мы тоже рассказываем. У нас есть целый вебинар на эту тему. Следующий регистрационный набор. Я его просто обожаю.
обязательно о нем рассказываю. Да, стоимость 589 евро. Это уже с учетом 15%. До этого стоимость была, добавьте 15%, для незарегистрированных покупателей 785. Но регистрируясь этим набором, вы получаете на 100 долларов в подарке уже в декабре и становитесь на программу лояльного клиента 15%. Что такое программа лояльного клиента? Давайте очень коротко расскажу. В нашей компании есть такая программа. Она абсолютно для всех. Для этого не обязательно быть постоянным покупателем, не обязательно быть консультантом. То есть это программа для всех покупателей интернет-магазина. Помним, что интернет-магазин – это точно так же, как мембершоп в Латвии или какой-то другой интернет-магазин. Экономим время, знаем продукцию, знаем, что там заказывать. И посмотрите, на примере этого набора мы уже можем посмотреть, что здесь есть очень много разной продукции. Здесь есть шампунь, здесь есть мазь обезболивающая, здесь есть жидкое мыло антибактериальное, зубная паста, здесь есть потрясающего качества витамины, здесь есть диффузор качественный, а здесь есть то самое фракционированное кокосовое масло. Вот про эти продукты я расскажу чуть позже, потому что у нас на них тоже очень красивое предложение в ноябре. Сюда входят масла, такие как ладан, лаванда, лимон, чайное дерево, мята и апельсин. Унгар. Также сюда входит смесь масел Aroma Touch, смесь, которая замечательно снимает разные воспалительные процессы, головную боль. Эту смесь мы используем во время массажа. Смесь баланс. Это смесь мы начинаем день и заканчиваем. Про нее тоже расскажу. Смесь Air, я уже про нее рассказывала. Это смесь для для дыхания. Смесь для пищеварения, смесь на страже. Пастен – смесь, которая замечательно работает с устранением самых разных воспалительных процессов. Это снятие напряжения, головная боль, суставная боль. Очень сильный, яркий аромат, очень эффективное средство. Если устают ноги, отечность ног, много стоите, много ходите. Смесь сиренити переводится как безмятежность. Смесь, которую используют как парфюм, смесь, в которую входят масла афродизиаки, удивительно. Нежный аромат, с ней тоже можно сделать массаж друг другу вечером. С этой смесью можно принять ванну для создания такого красивого ароматического вечера. Коллекция Унгард, капсулки, гранулки, наши любимые гранулки, носим в сумочке. Если вы чувствуете, что начинает болеть горло, кто-то рядом чихает, просто рассасываем такую гранулку. Про зубную пасту, про средство мыло для рук тоже расскажем. Так, этот корректор, который способствует заживлению разных самых порезов, ран. Также сюда входят витамины удивительного качества, энзимы, которые просто необходимы человеку, который думает о своем здоровье. С этой программой мы проходим курс очищения. Если будет желание, обязательно про это спрашивайте, расскажу. Спортивная мазь, про нее расскажем. Так, диффузор Лома, который имеет еще и программу меняющихся цветов. 7 цветов. Вот коробочка, в которой вы можете начинать свою деревянную коробочку, свою коллекцию фирменных масел. Корректор мазь, я уже сказала, пробиотик. Он у нас очень интересный, такой двухъярусный. Первая капсулка растворится в кислой среде желудка, вторая поступит именно туда, куда надо, в кишечник. А мы знаем, что наше здоровье из кишечника 90% иммунитета живет в нашем кишечнике. Уход за волосами удивительный на базе терапевтических эфирных масел. Обязательно попробуйте вместе с кондиционером. Так, значит, еще раз про этот набор. Что мы получаем? Набор 589. Конечно, если бы мы все клали по отдельности, вот здесь еще такой есть ингалятор карандаш, тоже он сейчас очень востребован, очень необходим. Мы можем смазать носик перед выходом из дома, нанести на грудь, очень детки его любят. Отличается от смеси Air тем, что сюда больше добавили ментола. То есть смотрим, мы становимся на программу лояльного клиента, то, о чем я вам начала рассказывать.
В нашей компании эта программа совершенно потрясающая. Каждый четвертый месяц процент возврата увеличивается на 5%. И с каждых 100 вложенных евро вам возвращают 15%. Но к этим 15% вы придете только через 4 месяца. Здесь же у вас есть возможность уже в декабре, с декабрьского заказа, получить 15%. То есть делаете вы заказ, например, на 50 евро, 50 PV, там можно смотреть PV, но это примерно 60-70 евро. Вам вернутся 15%. Это очень выгодно, но про это, конечно же, мы расскажем больше на консультации. Какие у нас наборы есть еще? Ну, про эти наборы тоже нужно обязательно рассказать, потому что это удивительные наборы. Вы получаете с этим набором всю коллекцию эфирных масел, диффузор, вот такой красивый чемоданчик, фракционированное кокосовое масло, которое является идеальным проводником для эфирных масел. Этот набор сейчас стоит 1698 евро. Раньше, до скидки, то есть это предложение ноября месяца, он стоил 2123 евро. На 200 долларов вы получаете подарки. Что это значит? Что на 200 долларов вы сможете выбрать тот продукт, который вы захотите. И вы становитесь на программу лояльного клиента уже с декабря, с декабрьского заказа. Вы получите 20% с вашего заказа свыше 50 PV. PV – это внутреннее обозначение стоимости продукции. Следующий набор, в который входит вот этот замечательный набор, плюс коллекция для дома. Посмотрите, здесь есть все. Здесь есть и средства для стирки белья, для мытья посуды, универсальное средство. Здесь есть косметика, уход за лицом. Здесь есть линия спа. Здесь есть конфетки Air, которые снимают воспалительный процесс бронхолегочной системы. Здесь уже добавили лосьон по уходу, такой шелк за волосами, уход. Здесь есть базовый крем по уходу за телом. Здесь есть уже противовоспалительные капсулы, которые мы принимаем вовнутрь. Здесь есть клеточное очищение, энергия каждой клеточки. Здесь есть капсулы для пищеварения. А здесь есть потрясающая маска, грязевая маска для лица. Удивительная коллекция. Я сейчас покажу, что еще сюда входит. На 400 долларов вы получаете подарки, программа лояльности на 25, с 25% скидкой вы на нее сразу заходите. Стоит этот набор 2250, сейчас стоил 2813. Безусловно, если эту всю продукцию положить по отдельности, вы выигрываете очень большую сумму. Давайте посмотрим еще раз. Так, почему-то у меня... Так, секундочку. Ага, так. По какой-то причине у меня не сохранился один слайд. Удивительно, хорошо. Я хотела показать, что входит еще в эту коллекцию. Одну секундочку, я попробую посмотреть. Вот у меня все текущего слайда. Вот сейчас я смогу вернуться еще раз к нашей презентации. Вот это первый набор, вот этот набор с маслами. Это мономасла, можете сфотографировать этот слайд. Это смеси масел, которые сюда входят, тоже мономасла, вот смеси масел. И также в бройлерах масла сюда входят. Лума-диффузор сюда входит, потому что без него, как же без него? Без него мы уже не живем, без диффузоров. Дополнительно к этому набору эфирных масел вы еще получаете, можете тоже сфотографировать этот слайд. Здесь указана цена, которая у нас уже будет в декабре. А все эти предложения у нас в ноябре, мы не знаем, перенесут ли их на декабрь. Поэтому, конечно, для тех, кто серьезно настроен, хочет серьезно, это как раз для людей, серьезно настроенных на бизнес. То есть вы сразу начинаете с очень хороших предложений лояльного покупателя. Это очень выгодно. То есть на 100 потраченных долларов вам вернется 25 долларов. То есть на 25 долларов вы сможете взять любой продукт, который вы хотите. В принципе, ограничений нет, да, кроме Special Offers. Вот. Еще какие есть у нас предложения в ноябре про этот пакет. Мне тоже очень хочется рассказать про этот набор.
У нас сейчас проходит вот такой вот тур по странам Европы. Это предложение только для Европы. И когда у нас проходят такие туры, компания, как правило, делает для нас какие-то очень интересные предложения. Так вот, с этим набором вы тоже можете зарегистрироваться. Стоимость этого регистрационного пакета 115 евро. Если же вы уже имеете аккаунт, вы можете приобрести этот пакет за 102,75 евро. Опять же, я говорю, что это цена для Латвии с 21% включенного налога. 78 пиви. Для чего нужны пиви, вы тоже поймете. Посмотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 продуктов, совершенно замечательных. Про каждый продукт я сейчас расскажу. Упакован в такую красивую, современную косметичку. Вот, давайте. Так, обязательно с этим набором еще нужно приобрести диспенсер. Это пенообразователь. В него мы будем добавлять наше мыло для рук и для тела. Его можно использовать многофункционально. Именно с помощью этого диспенсера обязательно его нужно положить при заказе. Мы получаем ту самую пену и экономим пенообразователь. Значит, так. Что я хотела сказать про этот набор. И с этим набором мы также можем положить с 15% скидкой вот эти 6 замечательных совершенно продуктов. Про них я тоже сейчас расскажу, про каждый отдельно. Только вот с этим набором, про который я только что говорила, мы можем положить в корзину. Как это выглядит, я покажу тоже эти продукты. Давайте я вам сейчас расскажу сначала про масло Онгар, про которое я уже говорила, что многие те, кто даже ничего не знает про компанию Дотерра, могут звонить и спрашивать, можно ли у вас приобрести смесь на страже, смесь Онгар. Да, у нас его можно приобрести и отдельно. Но вы можете его приобрести с этим отличным комплектом, если у вас еще нет аккаунта. Причем вы можете, например, положить тот самый замечательный эфирный дом, и уже, положив этот эфирный дом, добавить вот этот пакет не за 115, а за 102,75. Дополнительная экономия, почему нет? То есть вы получаете такие замечательные комплекты. Хорошо, Олга. С этим маслом проводят очень много исследований. Исследования идут уже с 2010 года. Причем новаторские, совершенно новаторские исследования, очень интересные. Про них я тоже могу рассказать в какой-то нашей встрече. Проводились в 2014 году, и про них нам рассказала доктор Николь Стивенс. И эти исследования говорят о том, что эта смесь оставлена таким образом, что все масла, которые входят в эту смесь, усиливают действие друг друга. Синергия масел. И синергия масел – это не просто усиление действия каждого масла, но это еще очень интересное воздействие на наш организм. То есть таким образом масла не дают привыкания, да, то есть мы знаем, есть правила ароматерапии, мы используем отдельные масла 21 день, а потом меняем, либо делаем перерыв примерно на 7 дней. Так вот, эту смесь, в принципе, можно использовать практически без перерыва, ну, конечно, мы все равно для перерывчик, потому что делать, потому что нам захочется взять другое какое-то масло. Так вот, интересно, что, используя это масло, мы способствуем рождению здоровых клеточек. Что это масло очень хорошо помогает восстановиться после стресса, после стрессовой ситуации. Причем это масло работает удивительно, оно как дирижер настраивает наш организм. Если вам нужно собраться, быть в тонусе, оно поможет собраться. Если вам нужно расслабиться, оно поможет расслабиться. И помните, я говорила, что это масло можно использовать всеми тремя способами. Вы можете его вдыхать, можете использовать через диффузор, вы можете делать с ним замечательные, целебные, полезные напитки, готовить десерты, вы можете с ним даже сделать массаж. Да? Эта смесь входит в нашу замечательную технику нанесения эфирных масел, запатентованная техника Aroma Touch. Причем исследования проводили и пробовали использовать эти масла по отдельности, масла, которые входят в эту смесь, такие масла, как апельсин, розмарин, корица,
Так, следующее масло, это была гвоздика, эвкалипт и розмарин, я, по-моему, уже назвала, 5 масел. Пробовали, значит, испытывали, как действуют масла по отдельности, и не было такого воздействия на организм. То есть все масла по отдельности совершенно замечательные, обладают тоже отличными свойствами, но именно синергия этих масел давала как раз вот такое вот замечательное воздействие на организм. Вместе с этим комплектом мы получаем еще вот такой роллер. Это та же смесь Онгар, но разбавлена кокосовым маслом и с роллером. Причем этот роллер мы можем использовать многоразово. После того, как закончится, вы можете добавить эфирное масло не разбавленное и добавить кокосовое масло. Прошу прощения, у меня вчера тоже было очень много выступлений, голос немножко сел, но конфетки все равно помогают. Я, конечно же, их использую, просто я не приготовила их, но ничего. Значит, каждое масло замечательное. Например, гвоздичное масло, которое входит в эту смесь, это эвгенол, масло, которое масло фенольной группы. И по своему воздействию можно сравнить с такими лучшими свойствами антисептическими хвойных масел, масла гвоздики. Масло, которое замечательно работает во время эффекции, которое помогает ослабить зубную боль. Это отдельно масло. Вот в сочетании с смесью Онгар, значит, мы добиваемся дополнительных эффектов. Масло корицы, которое тоже сюда входит, очень хорошо работает и сердечно-сосудистой системой, и с дыхательной, и с мочеполовой системой, на нормализацию кровообращения. Масло эвкалипта, и масло эвкалипта знают, конечно, почти все. Масло, которое работает с бронхолегочной системой. Масло, которое замечательно используют в диффузоре. Я очень люблю смешивать с маслом лимона и эвкалипт. Тоже получается такое красивое сочетание. Масло розмарина, масло утреннее, масло, которое помогает проснуться. Масло помогает собраться во время трудового дня. Вот. Оно также входит в эту смесь на страже. Ну и масло апельсина, масло природный антидепрессант. Все цитрусовые у нас являются сезонными антидепрессантами. Видите, вот такой вот красивый сочный фрукт. Масло апельсина богато D-лимоненом. Масло, которое помогает снять усталость, избавиться от усталости и беспокойства, способствует нормализации сна. Причем масло, которое утром поможет проснуться, а вечером поможет уснуть. Это масло апельсинчика. Масло, которое помогает наладить циркуляцию крови. Масло, которое является маслом антицеллюлитным, можно использовать тоже в программах похудения, при ожирении, целлюлите. Способствует выведению лишней жидкости из организма. Также можно капать капельку на зубную щеточку и использовать при уходе за зубами. Для снятия кровоточивости. Это масло апельсина в отдельности, а вместе, понимаете, насколько сильно составлена эта смесь. Так вот, этот роллер очень хорошо использовать уже разбавленный для деток. Наносить на стопы, под носиком можно помазать, ладошки можно помазать. Конечно, это такой роллер может быть роллером личного использования. Ну, если бы в семье, конечно же, его можно использовать для всей семьи. Наносите на грудь, на стопы. Используйте как замечательный тоже запах, поднимающий и заряжающий энергии, поднимающий настроение. Значит, это и ну вот этот продукт, про него я, конечно, тоже буду рассказывать. Все те масла, про которые я уже говорила, но обогатили, видите, пласт еще черным перцем, орегано и мелиссой. Масло мелиссы, масло одно из самых дорогих и драгоценных масел. Масло, которое очень хорошо поднимает настроение. Масло антидепрессант. Масло отлично подходит по уходу за лицом. Сюда оно добавлено, чтобы усилить действие смеси Онгар. Смесь, которую обязательно нужно иметь в аптечке. Можно использовать профилактически от 1 до 3 капсул в день. Можно использовать, когда вы чувствуете, что вы уже заболеваете. Можно отложить, пусть оно стоит там, на какой-то пожарный случай. Такая смесь, которая просто должна быть дома.
Значит, я уже сказала, что можно использовать эпизодически, как курсовой прием. 3-4 недели, например, 2-3 раза в год, ну, либо по своему состоянию. Да. Капсулы являются вегетарианскими, могут использовать вегетарианцы. Вот о чем же будем обязательно говорить. Будем говорить о мыле. Мыло для рук. Почему оно нам нужно? Ну, помните, рекомендации. Обязательно мойте руки. Вот это тоже смесь тех самых полезных качеств, про которые я уже рассказывала. Обязательно сюда нужно добавить диспенсер. Стоит он совершенно недорого, до 3 евро. Вот, его можно, значит, это мыло наливать. Я наливаю 1/3 этого мыла, остальную водичку. То есть получается очень экономично. Стоит в каждой ванной комнате. Также у меня в студии. Ну, потому что я люблю себя, я люблю своих клиентов. Вот это действительно очень популярное мыло, мыло, которое не сушит руки. Мыло в это мыло еще добавили, оно является таким противовоспалительным, антибактериальным, приятный цитрусовый аромат, поэтому, конечно же, вы его обязательно будете заказывать и потом. Про зубную пасту тоже хочется рассказать. Паста на базе всех этих масел. Проводили исследования. После, 3 недель исследования на 63% уменьшался зубной налет. Паста, которая улучшает, укрепляет зубную эмаль. Входят, помимо тех масел, про которые уже говорили, сюда, входит ксилит. Да, поэтому как бы эту смесь, эту зубную пасту могут использовать также и детки. Вот так, то есть она экономична, обязательно попробуйте. Я думаю, что после того, как попробуете, обязательно будете заказывать. К этой зубной пасте также ученые компании разработали и ополаскиватель. Он не входит в этот набор, но мои рекомендации обязательно попробуйте. В чем преимущество этого ополаскивателя? Он без спирта. Тоже проводили исследования, что в течение 4 дней использования после, после использования зубной пасты, также после использования, после еды, восстанавливает pH до 6,5-7,4, такой pH, который должен быть у нас во рту. Вот. Разработка, специальная разработка микрокапсулирования, для того, чтобы сохранить все полезные свойства эфирных масел внутри этого ополаскивателя. Вот, ну вот, конфетки On Guard обязательно должны быть. Как раз вот сейчас у меня была большая нагрузка. Было, вчера мы проводили, мы проводили осенний тур, готовилась к нему, да, сейчас очень много встреч. И, немножко голос подсел. Поэтому эти конфетки обязательно рассасываю, они однозначно помогают. Смотрите, что сюда, помимо тех масел, которые вы уже знаете, сюда еще включили миру. Мира, которая очень хорошо смягчает как раз голос. Если у вас есть проблемы такого осипшего, хрипшего голоса, я сейчас обязательно пойду рассосу. Если вы начинаете кашлять, тоже можно использовать отдельно миру. Или капельку капнуть на мед, на какое-то базовое масло. Замечательные конфетки, не содержащие никаких вредных искусственных ароматизаторов и красителей, добавили органический тростниковый сахар и органический сироп коричневого риса. То есть эти конфетки могут использовать даже дети. Вот это вот сейчас я вам покажу те продукты, которые мы можем положить в корзину, 15% скидкой, то есть тот набор мы кладем целиком, и к нему мы добавляем смесь Деблу. Про эту смесь я вам уже рассказывала немножко в наборе «Эфирный дом». Что же это за смесь? Смесь, которую мы очень любим. Универсальная. Чем еще преимущество эфирных масел? В их многофункциональности. То есть пишут, что это успокаивающая смесь, противовоспалительная смесь. Потому что основное масло, которое сюда входит, это масло грушанки. Масло, которое содержит в своем составе натуральный метилсалицилат, аналог аспирина, только натуральный. Эту смесь мы используем только двумя способами, то есть ароматический и наружный. Вовнутрь не используем. То есть помимо грушанки сюда еще, смотрите, входит мята,
которые тоже снимают спазмы, я вам уже говорила, во время массажа, во время перед тренировкой, после тренировки, успокаивающий эффект. Если просто есть какие-то проблемы с суставами, точно так же вы можете наносить на свои суставы, разбавляясь фракционным кокосовым маслом во время массажных техник. Если вы чувствуете, что вы простываете, дышите этой смесью, если у вас начинаются какие-то головные боли, точно так же наносите на виски, на седьмой шейный позвонок. Удивительное масло. Вот эта вот, видите, бутылочка здесь нарисована, она также входит в нашу любимую спортивную масло. Это не значит, что могут использовать только спортсмены, но профессиональные спортсмены очень любят эту мазь, потому что она действительно эффективна, она работает, проверена уже неоднократно. Хорошие рекомендации нанесения до тренировок и после тренировок. Эти два продукта имеют сертификат независимой немецкой компании антидопинговой о том, что не содержит вредных ингредиентов. Итак, какие масла входят, значит, в эту смесь? Это крушатка, камфорное дерево, камфор узнаем все, перечная мята, иланг-иланг, бессмертник, синяя пижма, голубая ромашка и османтус. Редкие дорогие масла. Помимо этого, в эту мазь входят базовые масла. И все вместе работает очень хорошо. То есть, в принципе, еще работает и на как уход за ухожей. Я использую также в практиках массажа, как скользящий массаж. Отзывы массажистов тоже есть. Видите, не оставляет жирных следов, увлажняет кожу, снимает напряжение. Очень экономичная. Обязательно попробуйте эту мазь, особенно с 15% скидкой. Орегано, природный антибиотик, масло кулинар, масло, которое используем в противоконтитозной, противопаразитарной программе, масло горячее, никогда не наносим на кожу, не разбавленное. У нас есть горячие масла, такие как гвоздика, корица, орегано, в том числе приготовление еды. Берем 200 мл базового масла, например, оливкового, капельку орегано, добавьте еще капельку эфирного масла лимона, вы получите совершенно замечательную заправку для ваших салатов и обладающие целебными свойствами. Можно использовать, видите, вместо сухой приправы. Этим маслом можно выводить бородавки, но очень аккуратно, точечно. Способов использования этого масла очень много. Про него мы тоже можем говорить отдельно. Есть написанная целая презентация по маслу орегано. Масло орегано работает как мощное, очищающее и антиоксидантное свойство. Значит, содержит фенол. Это фенольное масло. Поэтому, конечно, очень аккуратно. Это горячее масло. Вдыхаем тоже близко, не под носом, к носу. Но все рекомендации вы, конечно же, получите. Wellness-консультацию. Баланс. Ну, вот это масло, про которое я уже говорила, оно входило в один из наших регистрационных наборов, масло, с которого мы начинаем день и заканчиваем день, нанося на стопы. Масло, название говорит само за себя, в течение дня мы наносим на ладошки, вдыхаем, на височки, на шею. Если есть какая-то проблема с давлением, тоже есть хорошие отзывы. Почему? Потому что входят хвойные, которые хорошо заземляют, ладан, который является маслом антидепрессантом, масло, про которое я уже немножко говорила, голубая пижма, поэтому масло такое немножко такого цвета голубого, и ромашка. Ромашка – масло удивительное, масло, которое можно использовать даже бэйбиком практически с рождения. Очень теплое, уютное масло, очень хорошо работает на создание атмосферы расслабления и спокойствия. Масло, которое работает как масло эмоционального здоровья. Масло просто обязательно нужно попробовать, особенно с 15% скидкой. 5 мл – это очень удобно. Можно сделать до 6 таких, положить до 6 бутылочек, потому что, в принципе, они у нас продаются по 15 мл, и только по 5 мл – это вот предложение ноября. Смесь Adaptive. Но про эту смесь, эта смесь появилась у нас не так давно. Смесь тоже говорит сама за себя. Adaptive – расслабление.
адаптация. Смесь, в которой, посмотрите, входят такие масла, апельсины, я про него сегодня уже говорила, про лаванду говорила, про масло копайбы я обязательно расскажу. Садовая мята, в отличие от перечной мяты, она такой более мягкий аромат, не ментоловое масло. Магнолия, удивительная магнолия, про которую я тоже сегодня уже говорила, про розмарин тоже говорила, нарали. А нарали это масло цветочков апельсина, очень красивый аромат, и амбровое дерево. Удивительный состав, с одной стороны может тонизировать, с другой стороны может расслаблять, так и работает. Я этот роллер вожу с собой в машине, как духи, удивительный аромат, тоже использую как личный парфюм, и в то же время, если вы чувствуете, что состояние такое есть, присутствует нервозность, наносите на точки запястья, дышите. Это масло, разбавленное уже кокосовым, роллер, который мы можем использовать многоразово. Потом вы просто приобретете 15 мл неразбавленной смеси этих масел, откройте роллер, добавите примерно 1-2 мл и разбавите кокосовым маслом. Обязательно попробуйте эту смесь, подарите всем своим близким. Я уверена, они будут просто счастливы. Замечательный подарок. Вот, и про масло копайбы. Это отдельная история. Масло копайбы в своем составе тоже содержит 4 видов копайбовых деревьев. Кариофилен, вы обязательно это название услышите. Масло копайбы использовали исторически. Масло по своим свойствам похоже на масло черного перца. Масло черного перца, такое масло, которое способствует усилению метаболизма. Масло копайбы является природным антиоксидантом. Масло, которое является косметическим хирургом, то есть используем при уходе за лицом. Масло, которое обязательно используем для массажа, снимает мышечные и суставные напряжения. Масло, которое можем использовать всеми тремя способами. И вовнутрь точно так же. Масло можно наносить не разбавленное, но для массажа, конечно, лучше разбавить, чтобы оно было скользящим. Можем добавлять в диффузор такой теплый древесный аромат, смолистый, земляной, масло, которое заземляет. Есть несколько рецептов, которые я бы могла сейчас сказать очень быстро. Например, вы испытываете стресс, используете масло копайбы вместе с эфирным маслом куркумы. Нужно наладить работу печени, используйте масло копайбы с ладаном и с лимонграссом. У нас есть такие специальные капсулы, в которые мы добавляем масла эфирные, просто можем проглотить масло, если, например, есть какие-то раны. Кедр с копайбой. Это же сочетание, если мы добавим какой-то цветочный аромат, например, масло магнолии, которое мы можем в этом месяце приобрести с 10% скидкой. Это будет такой, ну, просто чудесный уход за кожей лица. Кедр, копайба и магнолия. Можно использовать и другие цветочные ароматы. Какие-то язвенные процессы, причем и внутри, и снаружи. Ладан и копайба. Обязательно попробуйте это масло с 15% скидкой. Давайте посмотрим дальше, как же нам сделать заказ. Если вы уже зарегистрированы, вы просто добавляете вот этот вот набор в корзину, там написано View, значит, Kit. Вам открывается вот такая вот картинка. Вы сюда можете поставить от 1 до 6. Не обязательно выбирать все 6 позиций, но можно выбрать и все 6. И каждой позиции можно выбрать до 6 штук. Смотрите, масло орегано 5 мл, я уже говорила, что в постоянной продаже. Это 15 мл. Масло баланс 5 мл, всего 8 евро для зарегистрированных покупателей. С 15% скидкой вы можете попробовать замечательную смесь для адаптации стрессовых ситуаций. Ну и масло копайбы, это тоже уже 15% скидка. Мазь, которую нужно иметь дома. Вот. То есть вы просто добавляете, и все это у вас оказывается в корзиночке. Если же вы регистрируетесь, а вам нужно будет просто тогда иметь вот эти вот номера. Это будет проще всего. Или вводить название, например, Дипло, Орегано. И вы увидите в картине, как появляются эти номера. Но если вы решили зарегистрироваться, конечно, сообщите человеку, который вас пригласил или поделился этим видео,
Есть нюансы так, чтобы вы получили все максимальные льготы и подарки этого месяца. Обязательно задайте вопрос, как правильно пройти регистрацию в интернет-магазин «Пани Дотерра». Вот. Что же еще у нас есть в этом месяце? У нас есть уже рождественские подарки. Конечно, самое время сделать подарки. И обратите внимание, что эти подарки находятся в разделе «Special Offers», значит, они в любой момент могут закончиться. Так было с теми тапочками, которые я хотела заказать, пока я думала, все маленькие размеры разобрали, остались только большие размеры. Поэтому как бы не тяните. И сейчас я вам коротко расскажу про какие же подарки есть. Вот этот вот диффузор уже произвел фурор, называется пилот. Его можно взять с собой в ванную комнату, на кухню, в машину. Он очень красивой косметички, и вместе с ним только в ноябре получить можно эксклюзивную смесь, которой еще ни разу не было у нас в продаже. Она называется Forest Breeze, лесное дыхание. Смотрите, какие замечательные эфирные масла сюда входят. Сибирская пихта, кипарис, можжевельник, черная ель. Черная ель, знаем, что масло, которое обладает очень высокими вибрациями. Масло по своим вибрациям сравнимо с таким маслом, как масло эфирная роза. Апельсинчик, про него мы сегодня говорили много. Ладан, наш драгоценный ладан. И масло тмина, его тоже пока нет в продаже. Вот вместе это такое красивое сочетание. Я сегодня поинтересовалась, я еще пока не получила этот набор. Поинтересовалась, мне сказали, что очень вкусно пахнет. Добавляем в этот диффузорчик и используем для того, чтобы создавать красивую, удивительную атмосферу. Этот диффузор вместе с маслом стоит 76 евро для Латвии. Для незарегистрированных покупателей 101,33. Обязательно обратите внимание, это чудесный подарок. Очень стильный диффузор. А что еще можно увидеть в регистрационных, в Special Offers? Вот этот мишка, игрушка потрясающая, красивая, ее можно положить в микроволновку, и у вас будет теплая подушечка вместе с 5 мл масла лаванды. Просто капните для своего малыша на этого мишку. Делается из безопасных продуктов, эксклюзивно для Дотерра, английская игрушка. Вот такая косметичка со смесью масел Beautiful, тоже эксклюзивная смесь масел. Можно приобрести только, когда у нас есть Special Offers. Красивые открытки поздравительные. Смесь Holiday Joy, про это как бы тоже отдельно можно рассказать. Вот у нас еще появился такой совершенно новый диффузор в таком японском стиле. Называется он также Hikari. В переводе с японского означает «цвет». Идет вместе со смесью масел Holiday Peace. Это три вида пихт сибирская, дугласова и гималайская, а также грейпфрут, ладан и ветивер. Такой небольшой, симпатичный, кругленький диффузор. Тоже до 12 часов работы, с переменной работой, либо тоже непрерывный режим работы от 2 до 6 часов. 100 мл можно водички добавить до 25 квадратных метров. Тоже стильный такой подарок. Обязательно обратите на него внимание. А это сухой диффузор. Сюда просто капаем маслица в виде росочки в ванных комнатах, на вашем офисном столе. Добавляете каждый день масло, которое вам хочется. У вас всегда будет атмосфера уюта. И та атмосфера, которую вы хотите создать. Какое же у нас есть еще предложение для вас в нашей команде? Регистрируясь с пакетом на 200 пиви. 200 пиви – это как раз пакет «Эфирный дом». Вы можете получить подарок от нашей команды 9 занятий по 1,5 часа от практикующего психолога Анны Куриновича. Это удивительный курс, на котором вы уже сразу после первого занятия поймете, как решать такие сложные отношения, сложные ситуации, когда нужно помочь налаживанию отношений с близкими. Возможно, есть какие-то негативные установки.
Возможно, есть какие-то негативные эмоции. Как помочь решить какое-то эмоциональное состояние? Значит, какие предложения? Этот курс стоит $250. Его можно получить всего за 25, если вы регистрируетесь с пакетом «Эфирный дом». Курс уже начался, но вы его можете первые два занятия прослушать в записи. И занятия проходят по средам, вечером. Записи будут доступны до Нового года. Даже если вы не успеваете слушать вечером, значит, вы можете прослушивать в удобном для вас режиме. Присоединились уже новые девочки. Я сама прослушивала курсы и вебинары от Анны Куринович, самые разные, на самые разные темы. Это действительно сразу такое глубокое понимание эмоционального воздействия эфирных масок. Посмотрите, для кого этот курс абсолютно для всех, кто работает с людьми, для всех, кто хочет помогать самому себе натуральными способами, с помощью эфирных масел, для психологов, для ароматерапевтов, абсолютно тут как бы для всех людей, кто просто хочет быть здоров эмоционально и физически. Поэтому, конечно же, срочно присоединяйтесь к этому курсу. Нужно заполнить анкету после того, как вы зарегистрируетесь и делаете такой заказ. Вот. У нас есть замечательная программа лояльности. Я про нее вам уже рассказывала. В этом магазине есть абсолютно все, что нужно каждой семье, каждый день. И мы всех, кто регистрируется в нашей команде, обучаем каждой теме. Это использование эфирных масел для дома и семьи. Это использование эфирных масел для уборки, для эмоционального настроения, как вы уже поняли. У нас есть самые разные темы, на самые важные состояния людей. Все продукты, которые мы используем, мы обучаем их правильно использовать. Вот. То есть вот все, что я бы вам сегодня хотела сказать, что все, кто присоединяется к компании doTERRA, удивляются, насколько эффективны эти масла, как быстро получают результат. И когда вы кому-то рассказываете про эфирные масла компании doTERRA, когда вы кому-то дарите капельку эфирного масла doTERRA, вы действительно меняете чью-то жизнь. Так как это произошло со мной 4 года назад, когда я приехала в штат Юта, в Америке, и узнала, что же такое эфирное масло терапевтического класса компании doTERRA. Я вас приглашаю в нашу замечательную команду. В любом статусе либо вы будете просто покупателем этой продукции, либо вы захотите использовать возможности и создавать свой бизнес этой компании. Это тоже очень здорово, делиться. Этому мы тоже учим. Вот, поэтому спрашивайте ссылочку, регистрируйтесь. Месяц ноябрь просто замечательно для этого подходит. Вот. До связи. Риса Брехова. С вами.